Гарри, змея! Поговори с ней. Змеи дико скучные. Пожалуйста, это так Лео говорит на Парселтанге. Ладно. Скажи, как дела? Здравствуй. Знаешь, где я смогу найти пару мышек? Нет. Как же круто! Каждый Гарри Поттер такой. Откровенный разговор с Роджером Ходжсоном. А теперь, мисс Джей Кей Роулинг. До этого вы сказали, что Дамблдор гей. Это было каким-то спонтанным решением, или же вы планировали это заранее? А, я просто так решила. Еще Нагайна должна быть человеком, Хагрид барахольщиком, а Снейп должен продавать колеса. О, подождите, это же меняет всю концепцию истории. Я разрушаю Гарри Поттера, потому что он не для вас, он для меня. Что ж... Рон писается в кровать. Ладно. А Невилл в фури. Expecto Patronum! Итак, вы хотите преподавать защиту от темных искусств? Да, сэр. Тогда у меня только два вопроса. Вы ненавидите детей, и нет ли у вас тайной связи с Волан-де-Мортом? Да. И да. Что ж, ну, в таком случае вы приняты. Отлично. Итак, мой первый пункт в списке дел — изолировать Гарри Поттера в закрытой комнате, так можно скорее. Я буду рад помочь с этим. Тогда возьмем это кореш. Хорошо. Бом. Моя волшебная палочка на самом деле стилус. Гарри, ты выглядишь уставшим. Ты опять занимался этой телепатической связью с Волан-де-Мортом? Возможно. Но ты не видишь, что это подвергает нас опасности? Да? Ты можешь прекратить? Я не хочу прекращать. Это Волан-де-Морт. Он может нас видеть и сейчас идет, чтобы убить нас. О, серьезно, Гарри? Почему ты принимаешь дурацкие решения, за которые приходится расплачиваться твоим друзьям и семье? Вы, ребят, должны быть добрее ко мне, у меня родители умерли. Мисс Тапота, наша новая звезда. Мисс МакГонагал, вы не могли бы подписать мне разрешение на посещение Хогсмита? Простите, мистер Поттер, но только родители или опекуны могут его подписать. Так, давайте разберемся. Мне нужно разрешение родителей, чтобы отправиться на экскурсию в ближайшую деревню, чтобы поесть конфет. Но мне совершенно не нужно разрешение, чтобы играть в квиддич и получать травмы, сражаться с драконом во время турнира трех волшебников и во время занятий подвергнуться нападению существа, которое буквально принимает форму твоих самых худших страхов. Все верно, мистер Поттер. О, я Хагрид. Мне нужна чья-нибудь палочка, чтобы убить Гарри Поттера. Люциус, это... Чё ты делаешь? Почему у тебя в руках сэндвич? А, то есть нельзя кушать на собраниях? Нет, это же Крис Траш. Вы поместили часть своей души в этот сэндвич? Ну, походу, я и впрямь не подумал. Ага, вот и говори, пошли. Ой, да блин, да хватит, пацан. Простите, мне так жаль, темный лорд. Я просто очень люблю авокадо. Я один тут думаю, что Волан-де-Морт сделал операции на нос. Йоу, Гарри Поттер Кубок Огня показывает. Ненавижу этот фильм. Но я думал, что ты любишь Гарри Поттера. Да, книги, фильмы испортили всю историю. Но для меня они как-то похожи. Окей. Книги Дамблдор спокойно спросил у Гарри, положил ли тот свое имя в кубок. А в фильме он это прорал. То есть вся история портится из-за подачи одной реплики? Даже если эти реплики были идентичны? Да, наконец-то кто-то это понял. Это Плакса Миртл? Нет, это Джейк, у него так и был. А. Берегись, Гарри, это Дементор. Экспеллиармус! Нет, Гарри, у них же нет палочек. Тебе надо вызвать Патронус или что-то типа того. Экспеллиармус! Да ладно тебе, Гарри. Окей, только не злись на меня, но... Это, походу, единственное заклинание, которое я знаю. Серьезно, Гарри? Ты должен быть добрее ко мне, Рон! Мои родители мертвы. Опять родители. Эй, Рон. Что, Гарри? Могу я встречаться с твоей сестрой? Нет, Гарри. Я дам тебе шоколадку. Ладно, Гарри. Бежим, Рон. Каждый Гарри Поттер такой. У нас, кстати, есть свой плейлист с сериями по Гарри Поттеру, так что кликайте и смотрите. А перевела Алена Лопатина, озвучив виски. Ага. Do it. Yes. Expecto, do it.